Yeah.
Thank you.
и все вокруг мое. Oh.
Я в тебя не влюблен, но другие зато влюблены, и с тобой хороша, словно утро цветочек сны, над ним соперников быть не хочу, за тобою ходить по пятам, лучше я найду. Я в тебя не влюблен, на тебя никогда не смотрел, лишь один только раз я глаза отвести не успел, лишь один только взгляд, но сказал тебе он то, что сам от себя не найду. Слишком мало сказать, что в тебя. Thank you.
всем спустись вдвоем. Песню любви я ждал тебе страстную, счастье светилось в обзоре твоем. Сердце грустит облом. Дыхая розы аромат, возвращая ваш портрет, я любви вас не могу, в моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю. Прощаю ваш портрет.
Рвется легкий вечерний снежок, голубые мерцают огни, и скрипит под ногами капот, словно в давние школьные дни. Вот и мчишься туда, где огни, я смотрю, а тебя уже нет. Да. Родная, 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 родная
родная, не сердись, родная, родная я. Спасибо вам, друзья. От самого поздравления, от самого президента со мной. Спасибо вам. Владимир Архангельский, Оксана Петриченко, Григорий Зайцев и Александр Бичев. Спасибо вам. Еще давайте обнимемся. Вы знаете, спасибо вам, спасибо. Я безумно вам благодарен за то, что мы очень долго-долго ждали этот зал, и буквально 3 года назад я выступал уже в этом зале, меня поддерживала театр Галины Вишневской, и концерт был замечательный. Но вот с тех пор, уже как сольный проект, как певец, сольно я иду вот такими, пускай не быстрыми шагами, но я уверен в своей публике. Вы такие замечательные, вы такие уже родные. Я очень многих знаю в зале, смотрю, и уже действительно каждый родной человек. Все это благодаря вам сегодня. Я буду работать, я буду стремиться, я буду развивать новые программы. И все, в первую очередь, благодаря вам. Низкий вам поклон и храните Господь. Спасибо вам большое. Григорий Зайцев, Владимир Архангельский, Оксана Петриченко и Александр Бичев. Валентина Кернец. Кстати, я хотел вас пригласить еще на свой концерт, у меня замечательная программа получается. В концертном зале «Москвич» 11 декабря будет мой день рождения, и в этот день я всегда пою мировую классику, и чему очень счастлив всегда. Если у вас будет время и желание, я буду счастлив спеть эту программу для вас. Yeah.
Спасибо вам огромное.